американский футбол на спортивных каналах НТВ+. Добро пожаловать в солнечную сегодня Филадельфию. На Lincoln Financial Field матч двух принципиальных соперников. Правда, для одной команды он особо ничего не решает. Филадельфия Иглс принимают Washington Redskins. Не решает он ничего для Филадельфии. Они уже в этом году никаких надежд не лелеют. Собственно, вопрос с тренером будущего сезона пока еще открыт. Возможно, Энди Рид и не будет у руля команды. Есть такие слухи. Но вот для Washington Redskins матч со своим соперником по дивизиону принципиальный. Они вместе с Giants и Cowboys обладают соотношением побед и поражений 8-6. И, собственно говоря, все три команды пока еще претендуют на победу в дивизионе NFC East. Ну, в этом же дивизионе играют Eagles. Они единственные, кто вывалился из гонки за плей-офф. Вывалились еще достаточно давно. Ну, а вот три команды в самом интригующем сейчас дивизионе Национальной футбольной лиги. В NFC East. Eagles и Redskins на НТВ+. С вами матч будет смотреть Кирилл Гомельский. Ну и, собственно, упомянул я уже о том, что Энди Рид, тренер, который 14 лет у руля Eagles находится, возможно, в следующем сезоне будет тренировать другую команду, а может быть, будет отдыхать. Роберт Гриффин III, или RG3, новичок, квотербек Washington Redskins, сегодня возвращается на поле. Не случайно нам показали вот этот вот каркас, в который окутано его колено. И Майк Шенахен в предматчевом разговоре, в предматчевом интервью сказал, что в пятницу тренировался в полную силу Роберт Гриффин, и все нормально. Eagles выиграли coin toss, и они решили начать в нападении. Брайс Браун вернул до 24 ярдов. Ну и, собственно, новички-квотербеки у обеих команд. Ник Фоулз на поле у Eagles, и вот его нападение. Брайс Браун, Лешон Маккой, Джереми Маклин. Дешона Джексона нет, он в списке травмированных. Тосс, Лешон Маккой, свип налево, и 6 ярдов набирает Лешон Маккой. 5 недель назад эти две команды встречались, и Лешон Маккой получил травму. Точнее, не травму, а сотрясение мозга, но это тоже травма именно в том матче. Даже 7 ярдов засчитали Маккою. 2-3. И теперь короткий пас на Маккоя, и тот набирает 5. Первый даун. Защита Redskins. 17 отборов мяча, но очень много очков позволяет команда набрать своим соперникам. И очень нездорово против паса защищаются Redskins. Шотганом бросает Фоулз. Пас снова на Маккоя. Но не точный. Слишком коротко бросает Фоулз. В этом сезоне
Ник Фолз. Его статистика. Заменил он Майкла Вика, который травмирован. Ну и теперь он даже не в форме сегодня. Так что его мы точно не увидим. Брайс Браун замечательно 9 ярдов с половиной набирает. И еще один бегущий новичок. Очень неплохой. Но, собственно, мы с другой стороны увидим Альфреда Морриса, тоже новичка бегущего, который за 1300 ярдов уже в этом сезоне набрал. Третий один. Снова Браун. И да, даже не пересек линию розыгрыша Брайс Браун. Кейн Данлэп с левой стороны блокировал, но не получилось. У него Рид Даути, стронг сейфти, захватывал уже в бэкфилде. Четвертый и один, и Иглз будут играть. А почему нет, правда? Уже терять в этом сезоне нечего. 8 человек в коробочке у Redskins. Play action. И есть реализованный первый даун. Реализованный четвертый, конечно. Брент Селек, основной тайтенд команды, мяч ловит. 15 ярдов, а нужно было найти всего лишь один. Вся команда уходит вправо. Ресивер, ну, тайтенд, ресивер и квотербек выкатываются влево. Неплохо. На территории соперника с 39 этот розыгрыш. И великолепно. Великолепно играет сейчас 50-й номер Роб Джексон. Второй 12, 2 ярда потерял Маккой. Play action. Холдинг, возможно, будет. Снова Джексон прикрывал. Причем прикрывал Джереми Маклина, очень скоростного принимающего. Третий 12. Из шотгана Фолз, блиц. И Фолз бросает, где мяч отметят. Джейсон Авант поймал. Здорово. Здорово, Авант переиграл Д'Анджело Холла. Ну и потом не успел отбить мяч сейфти. Но в любом случае, что, четвертый даун? Нет, мерить сейчас будут. Осталось пол ярда. Играли совсем недавно четвертый. Почему не сыграть снова? Будет Энди Рид играть. Ну что, видимо, испытывает
смотрит на квотербека-новичка Энди Рид. Что же он из себя представляет в таких ситуациях? Логично, когда терять уже нечего. Квотербек-сник, и Ник Фолз набирает 4 ярда. 2 реализованных четвертых дауна на этом драйве. И снова продолжается нападение Eagles. Скажем, и вновь продолжается нападение Eagles. С 27. Офсайд, фриплей. И тачдаун Eagles. Джереми Маклин в зачетной зоне обыгрывает двух защитников. Офсайд был у Redskins, так что, естественно, откажутся от наказания Eagles. И открывают они этот матч тачдауном. Здорово. Здорово, здорово сориентировался Ник Фолз, понял, что самая худшая ситуация – это 5 ярдов наказания защите. Бросил длинный пас и тачдаун. 7-0 Eagles. И чуть больше 10 минут остается в первой четверти. Вот, 11 розыгрышей, 76 ярдов. Хороший драйв для начала матча. Жалко, что для Eagles он ничего не решает. Потерял мяч. И теперь подбирает и убегает от защиты. Выталкивают его на 45. Ваут. Великолепный возврат. Хотя есть флажок. Брошен он на 15 ярдов Филадельфии и Вашингтона. Ну, замечательно. Верните назад. Найлс Пол зря бежал. И в итоге они будут на где-то 7 ярдах начинать. Ну и вот, пожалуйста, Cowboys тоже проигрывают. Собственно, Cowboys, Giants и Redskins. Все три команды сегодня играют. И будем смотреть, что происходит параллельно с этим матчем. С 9 RG3 и компания начинают. И Альфред Моррис. Очень мощный бегущий. А вот нарушение. Крис Уилсон. Автор нарушения. И потеря 50, даже 60 ярдов, учитывая нарушение. Еще половину расстояния до зачетной зоны. Второй 6 после выноса Морриса. RG3 из шотгана. Снова Моррис. Вся защита видела насквозь эту комбинацию.
потеря трех ярдов. Демеко Райанс. И третий девять, да, получается у нас. Третий девять. Четыре принимающих. Точный пас. Ленард Хэнкерсон ловит. И первый даун. Реализован третий даун у Redskins. Пьер Гарсон 5 ярдов набирает. Зачем сейчас они это делают, не знаю. А вот это уже совсем лишнее. А, то есть Пьеру Гарсону дают это продвижение. Видимо, когда он упал, никто его не касался. Нет, все-таки второй и пять нам пишут. Ну, не видно с этого ракурса. С этого ракурса второй и два. Вот, поменяли. Сантана Мосс перестроился в слот. И реверс на него. Первый даун есть. И Мосс заходит, доходит до 40 ярдов. Недоволен он чем-то. Хотел прорвать. Смотрите, какой блок. Раз. И второй замечательный блок. И без придержания соперника. 40 ярдов первый даун. Снова плей-экшен. Пас по центру. Какая точность. Здорово. Пьер Гарсон. Зашел за лайнбекеров, которые купились на плей-экшен. И великолепный пас. Гарсон. Это за 8 матчей. Он был травмирован в первом же матче сезона. RG3 оставляет мяч у себя и, видите, не рискует. Коленом правильно. Не пошел на контакт с защитником. 5 ярдов набрал. Вот травма. Так вот. Пять ярдов. Первый вынос. Бережет себя RG3. Ну и правильно. Тос на Морриса. Вот очень редко кто может и по центру бежать, и по бровке. Либо с севера на юг, либо по бровке бегают. Ну и вот у Морриса лучше, конечно, по прямой получается. Защита Eagles, которая после замены координатора защиты заиграла лучше. Но все равно не то, на что рассчитывали. Ну и вот новый координатор защиты, тот Боулс, который заменил Хуана Кастильо. Из шотгана Гриффин. Play action. Ой... Слишком высоко. Третий и два был. Ну что, будет Шенахен играть или нет? М-м-м.
решает Шенахан ответить тем же. Будет играть 75% реализация четвертых даунов. Четвертый и два. Джош Морган в бэкфилд уходит, хотя принимающий плей-экшен. И не получается. Не смог Сантана Мосс мяч зафиксировать. Да даже если бы поймал, его там же захватывали. И не хватило бы этого до первого дауна. Так что счет по-прежнему 7-0. 4:38 остается в первой четверти. Первый даун с 35 из шотгана Eagles. Короткий пас Джереми Маклин до 41, 6 ярдов. Второй 4. И отличный вынос. Лешон Макой. 4 ярда. Столько и нужно было до первого дауна. Ну и нам показывают реализацию четвертых даунов. Первый 10 с 46, плей-экшен. И открывался Маклин, но слишком высоко бросил не Фолз. Второй 10. Шотгана. Лешон Маккой. Никак его не захватить. Только на пятом защитнике он останавливается. 8 ярдов, когда нужно было до линии розыгрыша его захватывать. Смотрите. Раз. Два. Три. Как он Медео Уильямса обыграл, а? Срезал в прыжке. Еще раз. Замечательно. Третий и два. Тос. Брайс Браун. И до 40 ярдов доходит он. Еще 6 ярдов и первый даун. Да. Не выглядит сейчас Филадельфия как команда с ужасным результатом. Но как Брайс Браун халатно с мячом обращается. Во-первых, мяч нужно держать в другой руке. У него проблемы с фамблами, конечно. Мяч нужно держать в другой руке и прижимать его к корпусу. Плей-акшн. Фолз, Брент Селек и еще один первый даун. 16 ярдов набирает Иглс на этом розыгрыше. Первые 10 с 23.
Снова шотган, 4 принимающих. Вкладка Макою. Ух, как его свернули в воздухе. Но вроде встает, все нормально. 3 ярда проходит он. Второй 7. Ох. Великолепно. Великолепно. Перри Райли просто перепрыгивает блокировщика и сэк зарабатывает. Смотрите, оп, просто перепрыгнул Лешона Макоя и минус 10 ярдов. Нет, минус 5 дали. Ну ладно, третий 15. А, минус 8, правда, там же был второй и 7. Третий 15, шотган без блица сейчас. И все равно добираются до Фолза. Сэк, фамбл. И Редскинс с мячом. Здорово. Здорово играет Райан Керриган. Посмотрите, 91 номер выбивает мяч из рук. И потом Ричард Крофорд, новичок. В воздухе мяч ловит с отскока и пошел вперед. 7-0. Первая четверть заканчивается весело. Ужасная статистика по потерям и по сравнению с потерей отборов мяча у Eagles в конце NFL по всем показателям. Райан Керриган, великолепно. Ну, собственно, у Eagles в этом сезоне с потерями. Действительно, сколько мы не видели их матчей, они постоянно отдают мяч соперникам. Первые 10 с 43. Моррис. Ярд. А, нет, это Пьер Гарсон. Второй 9. Снова реверс. О! Вот это да! Вот это да! Джош Морган. Казалось бы, его до линии розыгрыша захватили. А он перепрыгивает Трента Кола. О, не, уходит от Трента Кола. А потом перепрыгивает кого-то еще. А. Перепрыгивает он Колта Эндерсона. Третий и 2. Даже 2.5. Тос. На. Лево и... Замечательно. Эван Ройстер набирает 7. И... Первый даун. Колт Андерсон захватил в итоге, но
Но первый даун набран. С 27 этот розыгрыш. Моррис. Потери ярда. Сын Майка Шенахана Кайл, координатор нападения команды. Второй 10. Реакшн. Гриффин уходит от сека и выбрасывает мяч. Слишком далеко. Пьер Гарсон не добегал. Остановился. Ну, не остановился, но притормозил Пьер Гарсон. Если бы не притормозил, мог бы помочь квотербеку своему. И был бы в лучшей позиции для приема мяча. 3-10 с 27. Это не точный пас. Мяч летел вперед. Снова нереализованный третий даун. Прямо в руки Брэндону Грэму мяч летел. Нет, Грэм это увидел. И мяч зафиксировал. С 45 будет бить новичок Кай Форбат. Точен он, и пока. После того, как его Redskins подписали в середине сезона, ни одного не промазал Кай Форбат. 7-3 за 11-25 до большого перерыва. Ну вот вам, NFC East, все забавно. Redskins, Cowboys и Giants, причем Redskins, Cowboys встречаются на следующей неделе. Причем и у Вашингтона, и у Далласа преимущество по тайбрейкам над Нью-Йорк Джайантс. Так что даже если Джайантс оба матча выигрывают, Эд Хокюли нам объявляет нарушение. Еще один холдинг. Так вот, даже если два матча выигрывают Giants в оставшихся, то все равно и Redskins, и Cowboys должны хотя бы один проиграть, чтобы Giants попали в плей-офф, точнее, чтобы выиграли дивизион. Собственно, он оттуда родом. С 16 первый даун у Eagles. Долго тянул Купер до фолз, извините, до снэпа. В итоге до линии розыгрыша доходит Лешон Маккой и не дальше. Второй 10.
Даже потерю ярда ему записывают. Второй 11. Высокий снэп, плей-экшен. Снова Керриган бежит за Ником Фолзом. И тот мяч выбрасывает. Джереми Мэклин считал, что ему мешали, его придерживали. Давайте смотреть. Но вообще-то Джереми Мэклин толкал защитника. И потом споткнулся после того, как Дэвис упал. Третий 11. Назад откатывается защита. И пошел сам вперед. Пошел сам вперед Ник Фолз. И в итоге 2 ярда из 11. Все подтягиваются. Без свободного сейфти. И потом все откатываются назад. Пант на бровке своем на бровке своей зачетной зоны Мэтт Макбрайер будет бить. Короткий пант еще катится в обратную сторону, так что Redskins с 47 будут начинать. Хорошая позиция стартовая. И главное, нарушений на возврате не получалось никак. Нападение RG3 и компания. 47. Play action. Потом финт на реверс. И абсолютно один Пьер Гарсон. На 27 мяч он поймал. 26 ярдов. Да. Вот этот финт на реверс лайнбекеров сразу же обманул. Они сразу пошли вперед к линии розыгрыша. И под уже ними, или за ними, открылся Гарсон. Моррис набирает ярд. Да, на выносе не лучше сегодня матч у Redskins. За это по количеству набранных ярдов лучшая команда в Национальной футбольной лиге. Ну а это 4 января, Cotton Bowl. Один из классических кубковых матчей студенческого футбола. Второй 9 с 25. Моррис. Еще ярд. 3-8. Ну и как они будут реализовывать этот третий даун? Третий 8. Тандем принимающих справа. И Гриффин не видит никого, но его еще захватить надо. Он выбрасывает мяч. Причем так как-то очень забавно двигалась рука, когда он мяч выбрасывал. И хочет, чтобы
Хокили бросил флажок за грубую игру. Но не будет этого. Флетчер Кокс, еще один новичок, выбивал. Есть! Бьет рекорд Гаррета Хартли. Кай Форбет. Рекорд по количеству точных филдголов в начале своей карьеры. Начальный удар после филдгола, короткий, и есть возврат. Брайс Браун до 22 ярдов доходит. И 7:31 остается в первой половине, и Иглс снова в атаке. С 22 фолз из шотгана, блиц, корнер блиц с левой стороны, и фолза захватывают минус 3 ярда где-то. Райан Керриган снова на месте. Блицевал Д'Анджело Холл, и потом не хватило блокировщиков. Рида-то, Холла-то заблокировали. А вот Роба Джексона уже не смогли, и Райана Керригана тоже. Второй 13, Маккой. Ярд набирает он. Третий и 12 с 20 ярдов. 8,5 секов в этом сезоне, причем 2 из них мы с вами наблюдали. Четверть секов Райана Керригана этого сезона мы с вами увидели. Давайте гордиться этим. 3-12. Высокий снэп, и снова Керриган. А мяч отбит прямо в руки Лондону Флетчеру. Ну что ж, еще одна отметочка в послужном списке этого великого лайнбекера. Мяч отбит. И потом уже траектория непонятна. Брэди Коуфилд мяч отбил. Лондон Флетчер перехватывает. 23-й перехват. И из тех, кто играет сейчас, он отстает по этому показателю только от Рэя Льюиса. Ну что ж в этом удивительно. Скрин на Гарсона. 2 ярда набирает он. 2-8. Ну вот, смотрите, Cowboys вышли вперед во второй четверти в своем матче против New Orleans Saints. Ну, есть Redskins о чем подумать. Тос на Морриса. Здорово срезает, потом голову вниз. И просто продавливает Корка Колмана. 2-2 после этого выноса.
5:25 остается во второй четверти. Да. Вот таких три новичка, да, у Редскинс в нападении. Казанс, Гриффин и Моррис. Очень даже неплохо. И они окружены хорошими принимающими ветеранами. Пьер Гарсон, Сантана Мосс, которые могут кое-чего научить. И веселый Крис Кули. Снова Моррис. 3 ярда где-то, или даже 4 набирает Моррис. И 1-10 с 14. Вот уже 9 тачдаунов в этом сезоне у Альфреда Морриса. Все эти показатели, которые нам сейчас демонстрируют, попытки, ярды и тачдауны, это рекорд Редскинс для новичка. Тос на Морриса. Снова прорывается сквозь захват. Правда, всего один в этот раз. Но 3 ярда ему дают. Второй 8 с 11. Скрин налево и тачдаун Редскинс, Джош Морган. Ожидали, что Морган пойдет сразу глубоко, там его прикрывали, но короткий пас, который позволил сразу поставить несколько блоков Моррису, да и сам тот не сплоховал. Вот смотрите, сразу же раз блок, потом хорошо Морган перепрыгивает и падает в зачетную зону. Бьер Гарсон замечательный блок поставил, про который мы говорили. И 12-7 за 3.5 минуты. И реализация еще будет. Был ли тачдаун? Смотрите, он колено касается газона. Но с этого ракурса непонятно. Take a look at the video boards for Under the Hood, presented by AAA. The footage that you are seeing right now is exactly what the referee is reviewing under. Вот видите, здесь колено касается газона. А вот пересек ли мяч линию розыгрыша в тот момент, непонятно, потому что с этого угла не видно. Так что недостаточно
It's not possible to tell where the football was in relation to the plane when the knee was down. Но все верно. Недостаточно с этого ракурса оснований, чтобы поменять решение, принятое в момент игры на поле, принятое решение. Ну и вот Redskins уже 9 очков неправильно. Пока 9. Еще реализация не пробита. 9 очков заработали с потери соперников. И теперь может быть 10, если реализация будет точна. Кай Форбет, точен. И вот теперь 10. А с потерь соперников 13-7 в пользу Redskins. Начальный удар принят Брайсом Брауном в зачетной зоне. И 3.30 будет на то, чтобы пройти 80 ярдов до тачдауна у Ника Фолза и компании. Две потери Redskins за первой половине встречи из 4 владений, но это вот 5-я, и 4 из предыдущих владений закончились потерями мяча. Джош Уилсон хорошо прикрывал и получает травму. Что-то с локтем, похоже, у Джоша Уилсона. Он, когда вытягивал руку, получил травму. Шотган, 2-10. И точный пас на Джейсона Аванта. До 35. 15 набрано. Ричард Кромфорд. С одним бегущим. Тайтенд отходит назад. Брэнд-селек встает на позицию хэфбэка. Потом уходит на прием мяча. Пас на Лешона Маккоя. И тот до 51 мяч доносит. 16 ярдов и первый даун. До 51. До 49. Посчитал я немножко не так. Хотя результат тот же самый. Первые 10. Eagles. Шотган. Фолз в хорошем конверте. И еще один первый даун. Демарис Джонсон. Новичок, который иногда появляется на приеме мяча. Вообще он занимается в основном возвратом пантов. Двухминутное предупреждение. И 7-13. Redskins впереди. Но Eagles еще могут выйти вперед в первой половине. Энди Рид и Мартин Моллинвей, координатор нападения Eagles, решают, что делать дальше. И снова пас Джереми Маклин. 15 ярдов и первый даун.
минута 45 играть, и все три тайм-аута у Филадельфии. Так что можно делать много чего сейчас. Полз из шотгана. На Джейсона Аванта пас. Тот выходит в аут. Часы останавливаются. 2-4. Брэнд Селек переусердствовал. 86-й, Эван Мор. Второй 9. Шотгана, фолс, скрин направо, Джереми Маклин. И сзади его догоняет Кофилд. Тайм-аут Филадельфия берет. Надо обдумать, как реализовывать этот третий даун. Смотрите, с центра поля большой Берри Кофилд прибежал и сделал захват. Третий и пять. Один из шести успешных третьих даунов. Уиллс, но еще два из двух четвертых. Этот третий даун реализован. Джейсон Авант. 7 ярдов, и цепи перемещаются. Еще один тайм-аут берет Филадельфия. Минута 10 остается. Все в пас в этом матче. Видите, у Eagles. Не в этом матче, а в этом драйве. Видите, новичок тоже установил рекорд своей команды. Ник Фолс 1509 ярдов уже набросал. В Филадельфии такого еще не было. Ну, новичка. Шотгана с тремя принимающими. Фолс сам пошел вперед. Решил зачем-то посражаться с защитниками. Его отталкивают назад, но флажок где-то брошен. Кинг Данлоп нарушает правила. Но мы с вами видели не раз, как Кинг Данлоп нарушает правила. Первые 20. Первые 20, и проблемы Eagles в Red Zone продолжаются. Из-за нарушения они ее уже покинули. Успевает бросить точный пас. Ник Фолз, Лешон Маккой ловит, но его захватывают в пределах поля. Всего лишь ярд
набирает Маккой. И второй, ну, 2 ярда, ладно. Второй 18. Снова из шотгана Фолз. В землю бросает мяч Ник Фолз. Был кто-то из принимающих в районе приземления мяча, сказал нам Эд Хокюли только что. 3-18. 28 секунд остается. Ну, теперь мяч поставить по центру, все время израсходовать и бить филдгол после того, как возьмешь тайм-аут за 3 секунды до конца. Нет! Нет, нет. Точно Эван Мор приземлялся за пределами зачетной зоны. Выпрыгивал он из зачетной зоны высоковато. Так что... Ну что ж, Алекс Хенри выходит, чтобы пробить с 38 ярдов. И есть. Филдгол точен. 18 секунд остается играть в первой половине. Счет становится 13-10 в пользу Redskins. Ну и, судя по всему, рисковать коленкой Роберта Гриффина с какими-то героическими приемами они не будут до половины. Начальный удар в зачетной зоне принят. Колено. На него встает Найлс Пол. И вот вам результаты владения мячом Redskins. Ни одной потери, что очень-очень важно. И такое прогрессирование начальной позиции из-за хорошей игры спецкоманд во второй четверти и из-за потерь соперника. Но Гриффин встает на колено. Не рискует, как я и предполагал, Майк Шенеген. Так что со счетом 13-10 заканчивается первая четверть матча Eagles-Redskins. Ну а продолжение мы с вами увидим через 12 минут. Вторая половина встречи начинается. На возврате Redskins. До 27 доносит мяч Найлс Пол.
Speak when the Eagles are trailing at halftime. I did talk to Mike Shanahan, who has been talking constantly with Robert Griffin III during the game about that knee. He said it's been holding up great. He's doing what we thought he could do. He said everything's been fine there. He said, I like what we see. Offensively, I'd like to get them to run the ball a little bit more. He said we're averaging about 3.5 yards per carry. We want to get that better. Defensively, happy with the turnovers, and said we just want to be able to keep them out of the end zone, Tom. Когда команда проигрывает в большом перерыве, Энди Рид не дает интервью. Ну, а Майк Шенахан сказал, что с Робертом Гриффином все в порядке, коленом не рискуем, но все по плану в этом отношении, в отношении восстановления. Ну, а и травма Джона Гомеса. Очень неудачно на его колено там навалились. Так что тайм-аут у нас из-за травмы. Джон Гомс уходит сам в раздевалку, что приятно после такой травмы колена. О, какой прием мяча в исполнении Пьера Гарсона. Чуть-чуть высоковато бросал RG3, но... Обыгрывает он вот этим финтом на движение в центр Роджерса Кромарти. И замечательный розыгрыш. Первый розыгрыш в нападении этой третьей четверти. Са! 43 на территории соперника, и это Альфред Моррис. 8 или даже 9 ярдов Моррис набирает. Второй и 2. Блиц против выноса с правой стороны, а пошли... Редскинс на левую сторону. Ну, здесь-то вопрос скорее, кому как повезет. Угадали бы со стороной выноса Иглз, было бы все гораздо хуже. Моррис в бэкфилде его пытались захватить, но он прорвался сквозь захват и набирает 3 ярда. Первый даун Редскинс. Низкий показатель по ярдам на выносе для Washington Redskins, но учитывая, что они лучшие по этому показателю пока в Национальной футбольной лиге. Что такое? Redskins берут тайм-аут. Статистика Фолза в первой половине, но неплохо. Ничего особенного, но неплохо. Плей-акшен. Моррис успевает выбросить мяч на Найлза Пола. И еще один первый даун уже в редзон на 10. Между лайнбекерами и секондери потерялся Найлз Пол в этой комбинации. Моррис. И тачдаун Редскинс. 10-й у Морриса в этом сезоне. И он свой рекорд только улучшает. 12-33 выиграть в третьей четверти. 19-10 еще реализацию. Сейчас будут бить Скинс. Намди Асамоа недоумевает. То, что он делал практически весь сезон. Есть точен Кай Форбет. В
20-10 за 12-33 до конца третьей четверти. Первый драйв Redskins во второй половине оказался успешным. Тачбэк. Результат начального удара. Ник Фолз получил контузию правой руки. Ему делали рентгеновские снимки в перерыве, но пока Фолз на поле. Пока играет. Play-action, потом финт на пас, и потом Джереми Маклин великолепно ловит мяч. И уже на территории соперников нападение Eagles. Очень красивый прием. Очень красивый прием. С 42 следующий розыгрыш. 38 на предыдущем пасе. Фолз на Райли Купера. Первый прием Купера в этом матче. Обходит защитника и на 24-х Eagles. Восемнадцать на этом розыгрыше. Здорово. С 24 из шотгана с четырьмя принимающими Ник Фолз. Стоит в конверте. Точный пас на 5 ярдов на Джереми Маклина. Второй 5. За первые 4 года в форме Филадельфии никто столько приемов не регистрировал. 151. Маккой 5 ярдов набирает. Первый даун Eagles. Прямо на отметке первого дауна останавливается Маккой. Подождал, посмотрел, как разовьется блок, где будут линии для выноса. И нашел, куда бежать. Здорово. В Red Zone с 14 Фолз и набирает ярд. Потом вокруг него 4 защитника, включая, конечно же, Райана Керригана. Второй 9. Полный коллапс линии нападения на Део Уильямс. На 22 захватывает квотербека. Washington
Никто даже не смог заблокировать Мэддео Уильямса. Да и Роб Джексон тоже рвался к квотербеку. 3-16. И перебрасывает Керригана. Ну, а перебрасывает Керрига Фолз. Селик мяч ловит на 11. Даже на 12 его останавливают. И Алекс Хеннери будет бить филд-гол. Есть. Точен Алекс Хеннери. И разница в один тачдаун. 7 очков у нас. 20-13 за 8-0-1 до конца третьей четверти. Начальный удар Eagles теперь. Правда, после филд-гола, зато без возврата точно будет этот начальный удар. Мяч вылетает за пределы зачетной зоны. И начинается снова нападение Redskins. Первый драйв закончился тачдаун. Ну, первый драйв во второй половине. Статистика Гриффина в этом сезоне. За 3000 ярдов уже у Гриффина. Учитывая, что он пропустил некоторое время. Ох. Шел ли мяч назад? Сантана Мосс правильно делает в том, что фиксирует мяч. Возможно, мяч шел назад. Ну, похоже, что действительно мяч летел назад. Так, на 9 ярдах находится Роберт Гриффин. Мяч приземляется на 8,5. Фамбл. Сантана Мосс его подбирает. И если бы он этого не сделал, то был бы тачдаун Иглс. Но Шенахан решил взять челлендж и посмотреть, может быть, мяч все-таки летел вперед. Хотя мы с вами видели, что это не так.
Хакели готов. That the ball leaves the quarterback's hand, and at what spot does it hit the field? It left the quarterback's hand at the 9-yard line. It hit the field at the 8.5. The ruling of the field is therefore confirmed. Washington is charged with their first or their second timeout. Ну, то, что мы с вами и говорили, что мяч шел назад. А что скажет Майк Перейра? Ну вот Майк Перейра забавную вещь сказал, что есть правило, которое гласит, что если рука квотербека начинает движение вперед, движение, ну, половина траектории пройдена, она уже начинает возвращаться после замаха, и контакт с защитником вызывает вылет мяча, то это в любом случае не точный пас вперед. Вот интересно. Но, собственно, Эд Хокюли об этом не вспомнил. 3-22. Трое принимающих, тайт-энд и бегущий. Скрин, Сантана Мосс. Доминик Роджерс Кромарти был на месте. 3 ярда в такой ситуации. Да пожалуйста. Чуть-чуть... Чуть-чуть отодвинули пантера от зачетной зоны. И в итоге хорошая стартовая позиция будет у Eagles. В любом случае, Рокки приходится пант бить из зачетной зоны. Хороший пант. И нормальный возврат. Демарис Джонсон его осуществлял. 6-0-2 в третьей четверти. По-прежнему 20-13. Ну вот ситуация в NFC. Даллас в случае 2 побед, но сегодня над Saints и для следующей недели над Redskins выигрывают дивизион. Ну и Redskins то же самое. 2 победы или же 1 победа и 1 поражение Далласа, они тоже выигрывают дивизион. 4 ярда теряет Лешон Маккой, 2-14. Какой стант замечательный. Какой замечательный стант Джавериса Джексона. 2-14. Шотган. Селек перестраивается в слот. Справа. И пас по центру. Точен. Прямо перед защитником Джейсон Авант находился. Поймал ли он мяч? Да нет, не поймал. Пас-то был нормальный, потому что иначе мяч был бы отбит в лучшем случае или бы даже перехвачен. Третий, 14. Шотган, 4 принимающих. Блиц, нет, назад откатываются лайнбекеры. Ну вот, откатились назад, Авант мяч ловит, но 2 ярдов не хватает ему до первого дауна, останавливают его. Eagles будут играть. Ну что ж, опять мы говорим о том, что терять им нечего. На первом владении мячом этого матча, напомню, Eagles реализовали 2 4-х дауна. 2.5 ярда сейчас нужно набрать. Фолс спотыкается и сэк.
ровно по центру поля. Райана Керригана она показывает, но мне кажется, что не он захватывал Фолза. Смотрим. Нет, не он. Не он. Лоренцо Александер захватывал. Лоренцо Александер захватывал Ника Фолза. Ну и с 50 ярдов начинает RG3. Альфред Моррис. 5 ярдов. Лондон Флетчер. Второй 5. Снова Моррис. Ох, как он на ногах работает. 10 ярдов набирает. 35 ярдов. На такой отметке мяч находит. Находится первый даун. Да, если бы не такой сезон с квотербеками, Эндрю Лак, Роберт Гриффин, ну, соответственно, если бы не это, быть Альфреду Моррису новичком года, но, скорее всего, нет. Скорее всего, конечно, Эндрю Лак. Учитывая то, как он развернул команду, как его присутствие развернуло команду. Ну и 3 минуты остается играть в третьей четверти. Редскинс идут вперед. Второй 4 с 29. В этот раз в исполнении Ивана Ройстера. 7 ярдов. С 22 первый даун у Роберта Гриффина. Play action. Отбит мяч в полете. И Трент Коул это делает. Эдриан Питерсон, да, 236 ярдов ему остается до Эрика Дикерсона. С 84 года рекорд стоит. Второй 10, шотган. Ух. Надо было ловить. Леонард Хэнкерсон. Хотя, конечно, ситуация была такая, где его бы сразу бы били в спину, но все равно надо ловить. Тем более, когда тебе в спину дышит защитник, и когда мяч через руки пролетает, можно и перехватить его. Третий и 10. Гриффин, какая-то неудачная пас, неудачный, но тачдаун. Сантана Мосс.
Мне показалось, может быть, это солнце играло на мяче. Великолепно, на самом деле. Прямо в корзиночку Мосу мяч приземляется. Но мне показалось, что мяч болтался в воздухе. Нет, нет, просто солнце. Игра теней. Мне показалось, что мяч был брошен неудачно. А тут просто все великолепно, четко. Одной ногой приземляется. Вот смотрите, раз. Приземлился, а потом чиркнул. Чиркнул он носком по газону. И 20-й тачдаун Роберта Гриффина. После реализации 27-13. Счет за минуту 31 до конца четверти. И все-таки эти две команды не любят друг друга. Смотрите, дождался правильного момента Роберт Гриффин. Бросил бы на полсекунды раньше, но и ничего бы не было. Редскинс очередной начальный удар пробивают. Очень короткий, с 6 ярдов Брайс Браун возвращает. И до 21 доходит. Новичок сезона. Роберт Гриффин вполне возможно. Эндрю Лак очень даже. Рассел Уилсон легко. Ну и Даг Мартин тоже очень-очень неплохо. Макой, 6 ярдов. Второй 4 с 27. Снова Маккой. Обходит лайнбекера в бэкфилде и набирает 5 ярдов. Первый даун Иглс. Красиво. С 28. С 32, извините. Керриган
Держал за ногу квотербека. Но Ник Фолз отбрасывает мяч в руки Лешону Макою. Набрано 3 ярда. И на этом третья четверть заканчивается. 27-13 в пользу Redskins. Ситуация по выходу в плей-офф. Атланта, Сан-Франциско, Грин-Бэй. Все уже зарезервировали свое право выхода в плей-офф. Фолз уходит направо, убегает от защитников. Пас на Райли Купера. Но тот не смог приземлиться в пределах поля. Да, наступил на бровку левой ногой и правой ногой тоже приземлился не там, где надо. Вот вам вторая половина двух недель последних, ну предпоследний, предпоследний. Ужасные вторые половины встречи у Eagles. Купер бросает непонятно куда. Ну, в район Джейсона Аланта. Захватывали уже в момент броска. И жестко укладывают на газон. Четвертый и 7. Иглс будут бить пант. На 15 принят мяч. Крофорд обходит одного, второго, третьего. И до 42 доносит он мяч. Правда, снова флажок против спецкоманд. Ну, еще раз спасибо. Джордан Пью нарушает правила. Вот здесь блокирует он Джейсона Аванта. Причем блокирует прямо в игрока с мячом. Глупая, глупая ошибка. С 25 из шотгана Роберт Гриффин. Моррис зацепляет его за ногу на линии розыгрыша. 3 ярда набрано. Второй 8. Play action. На Логана Полсона мяч. 6 ярдов набрано. И 3-2. Третий и 2. Шотгана 2 тайтенда, ну, 2 бегущих на самом деле и 1. Вот, ладно. Короче, 3 бегущих получилось у Redskins. Один из них Крис Кули, который долго не играл.
Первые 10 41 Моррис продавливает защиту на 1 ярд. Вот там сообщают сейчас, что Флетчер Кокс сейчас в раздевалке. Лайнмен, новичок защиты Eagles, и он его отсутствие очень сильно, конечно, ослабляет линию защиты, ничего не скажешь. Play action, правда, непонятно на кого, и вот вам перехват. Мяч отбит, и не останавливают на 50 ярдах Колта Эндерсона. На 28. В конце концов его захватывает Пьер Гарсон, но есть флажок. Первый отбор мяча защиты Eagles с пятой недели. С пятой недели сезона. Но сами виноваты, что называется. Джош Морган мяч отбивает в воздух и... After the interception, there were fouls on both plays. There was an illegal block in the back by Philadelphia number 72. There was also a personal foul, unnecessary roughness by Washington number 75. Those fouls will offset at the spot of the Eagles foul. Since it happened after the change of possession, the Eagles kicked the ball first down. Ну вот, пожалуйста, на месте первого нарушения, на месте нарушения Eagles, и начнется эта серия в нападении Филадельфии. Да, весь великолепный возврат Эндерсона практически весь аннулирован. Не окончание матча, но все же. В любом случае, Redskins нужно побеждать в обоих матчах, чтобы не надеяться ни на кого. Фолс бросает в момент захвата. Не точно. Смотрите, 9 недель без перехвата защиты Eagles. Это просто жутко. Второй 10. Брайс Браун прямо в руки Керригану. И тот, как всегда, пытается выдернуть мяч из рук соперника. Ну вот, пожалуйста, 3 победы подряд в гостях над Cowboys у Нового Орлеана. Смотрим, что там будет дальше. 3-8. Оф! Как вовремя выбросил мяч Купер. Здорово. Демарис Джонсон все-таки его поймал. И первый даун вместо жесткого удара и потери мяча. С 48 уже на территории Redskins этот розыгрыш. Легкий прием Джейсона Аванта и ровно 10 ярдов. Первый даун снова у Eagles. Это Eagles first down.
И опять центр защиты Redskins свободен. И Лешон Маккой мяч ловит, проходит с Red Zone. Ярдов. Следующий розыгрыш. Высокий снэп. Вкладка Диану Льюису. И тот лавирует между защитниками. Touchdown Eagles. Ярдов и 6 очков. 8:55 остается играть в основном времени матча. И с успешной реализацией Eagles приблизится на расстоянии одного тачдауна к своему сопернику. Ну что ж, воспользовались они потерей Redskins, что и нужно делать. PAT точен. Так что 27-20 все еще впереди, похоже, в этом матче. Начальный удар. За зачетной зоны его выносят. То на то и выходит на 20 ярдах. Останавливают Найлза Пола. Ну вот вам ситуация снова в NFC East. Ну, собственно, о чем весь этот матч. Глубоко в бэкфилде Альфред Моррис. Ему тос. И дальше Моррис все еще на ногах. 14 ярдов. Первый даун. Миннесота. Нам ее отметили галочкой. Они сейчас играют с Хьюстоном. И если не хотите слушать результаты, то не слушайте. Но счет там за 6 минут до конца основного времени 16-6 в пользу Миннесоты. Моррис срезает в момент захвата и набирает 4 ярда. Сравнение Брайса Брауна и Альфреда Морриса в том, как они обращаются с мячом. Мяч вырвать у него из рук с такой манерой гораздо сложнее. Моррис после первой четверти разошелся. Хороший короткий пас на Джоша Моргана. Тот набирает 10 ярдов и первый даун. Снова Моррис. В этот раз 2 ярда. Но у Redskins, знаете, конечно, тачдаун — это то, что нужно из каждого драйва.
ну, в идеальном варианте извлекать. Но вот задача минимум сейчас у Redskins это еще пару первых даунов набрать и филд-гол забить. Тогда очень мало времени останется у Eagles на то, чтобы отыграться. И для этого нужно будет два владения мячом. Моррис. Тот 2 ярда набирает, не больше. Уже 5,5 минут остается играть. 3-6. Филли, правда, все 3 тайм-аута, но... Но все равно времени уже маловато. На один тачдаун хватит, на 2 нет. 3-й даун и пол, даже ярда не хватает до первого дауна. Пьер Гарсон. Сомневаюсь, что сейчас Шенахен будет разыгрывать первый даун. Очень сомнительно. Неужели Шенахен будет играть? Расстояние мяча. Скорее всего, попытаются заставить соперника нарушить правила. А потом будут бить пант Redskins. Это мой прогноз, но бог его знает, чем все это закончится на самом деле. Действительно играть? Нет. Просто ждут шанса того, что Eagles дернутся. 3 секунды. 2. 1. Тайм-аут. Нет, даже не тайм-аут, а задержка игры. Здорово, конечно, защита Eagles выстояла все это время. Четвертый и 6, но теперь пант будут бить. Севрока. Высоко. Неплохо. На 15 ярдах Джонсон сигнал свободной ловли подает. 4 минуты 15 секунд до конца основного времени и 3 тайм-аута у Eagles. Ну что ж, шансы вполне неплохие. Джеффри Лури, владелец Eagles, и Энди Рид. Возможно, это его последний матч в Филадельфии в качестве старшего тренера. 3 ярда набрано. И даже в аут не выходишь. Не выходит принимающий. Часы идут. Последние 5 минут второй половины уже... Останавливается секундомер, когда выходит в аут игрок с мячом.
Второй 7. Из шотгана Фоулс. Холдинг. Почему флажка нет, когда Керригана за шею держали? Я не знаю, но Фоулс молодец. Очень здорово. Первый даун. Джереми Маклин возвращается к мячу и все делает правильно. Фоулс не пересек линию розыгрыша, остановился на ней. Но мне кажется, что Керригана за шею просто держали и тащили назад на линии. Ну ладно. Судья ничего не заметил. Снова Фоулс. Авант до 41 ярда. 5 ярдов набрано. Но все в пределах поля. Без тайм-аутов. Часы идут. И Шон Маккой. 4 ярда. 3-1, и снова в пределах поля остается мяч. Травма. Травма у Redskins, и из-за этого пауза. Go, go, go. 3-1. Маккой отпрыгивает от захвата и набирает 7. Это первый даун, и на этом у нас будет 2-минутное предупреждение. Иглс в нападении, им необходим тачдаун за 2 минуты, это нужно сделать. Ровно 2 минуты до конца основного времени. 27-20 счет. И Иглс, которые как раз на 7 отстают с мячом. Пас по центру на 6 ярдов на Джереми Маклана. Иглс пока берегут тайм-аут. Наверное, логично. Yeah.
Короткий пас. Лешон Маккой. 6 ярдов. И первый даун. Вообще без прессинга сейчас Redskins. Пол за сколько угодно времени. Пас на 2 ярда на Маккоя. Ну и уже тайм-аут, и пора брать Eagles, конечно же. Минута 6 играть и 7. Снова пас, снова короткий. 2 ярда Джейсон Амант набирает и остается в поле. Ну, и снова без блица Фолс сам пошел вперед. Останавливается на 25 и снова приходится брать тайм-аут в Филадельфии. 37 секунд и один тайм-аут. Мяч на 25. Филдгол Eagles не устраивает. 37 секунд и всего один тайм-аут остался. Как-то очень расточительно они со временем обращаются вот этими вот короткими пасами, которые остаются в пределах поля. И снова Маккоя не выпускают в аут. И Филадельфия берет последний тайм-аут. Ну что ж, вот теперь... ограничен выбор комбинаций, выбор того, куда можно бросить мяч. Теперь точно по бровке придется играть. 2-2. Вынос сейчас не возможен, точнее возможен, но нелогичен. И сейчас бровку. Бровку будут защищать... Redskins, конечно же. Второй и 2 с 17. Из шотгана. Пас пролетает, похоже, в ворота. 3-2. 23 секунды остается. Два, снова без блица и не добрасывает до Джереми Маклина. Ник Фолз, а Маклин был открыт в зачетной зоне. Посмотрите, как он
в этой зонной защите разобрался. Это просто нереально. В такие секунды, в такие моменты отпускать принимающего между корнером и двумя сейфти. Это просто нереально. Четвертый и два. И снова четвертый даун играет Филадельфия. Пас на Макоя. Тому надо выйти в аут. И он это делает. 11 секунд остается у Eagles. Да, вот это концовочка. Быстрый пас, и не удерживает мяч сейчас тайтен Девин Мор. Только на этой неделе присоединился к команде, но такие мячи надо ловить. 8 секунд, второй гол. Ну, еще два розыгрыша точно есть, может быть и три, смотря как быстро избавляться от мяча. Очень долго Фолс держит мяч, и он мяч выбрасывает. И еще флажок я бы сейчас бросил за умышленный выброс мяча. В ноги лайнмену летел мяч, это нелегальный принимающий. Все верно. Ну вот, на этом заканчивается игра, потому что нарушение нападения в последние минуты за собой влечет списание 10 секунд. Смотрите, втроем добрались до Ника Фолза защитники и Редскинс, и не добрасывает до линии розыгрыша Ник Фолз, и победа Редскинс 27-20. Но что там творится в Далласе, но если не хотите, не слушайте, но счет по-прежнему 31-17, 7:45 играть, с мячом Новый Орлеан. Так что у Redskins все неплохо пока. Итак, это был американский футбол на НТВ+. С вами матч смотрел Кирилл Гомельский. Всего доброго и удачи!